Что ж, Тирекс, давай лучше потихоньку доберемся до Драго и Марго и спокойно улетим с этого острова. Нет, мы останемся и поможем маленьким динозаврикам. Ты это серьезно? Хотя чего я спрашиваю? Конечно, серьезно. Чудесный день представляет. Хорошо. И у тебя, конечно же, есть план, как победить этих травоядных переростков. К сожалению, нет. Но я обязательно что-нибудь придумаю. Но если ты сомневаешься... Кто я? Да никогда. Ты это слышишь? По-моему, отступать дальше некуда. Мне тоже так показалось. Скажи, что ты знаешь, что нам делать дальше? Эй, идите сюда, если не хотите быть. Не хотим! Где мы? Это наше укромное место. Если не знать, где оно находится, ни за что никто не найдет. Здесь мы, да и вы, в полной безопасности. Что у вас на острове происходит? Наш вождь вам все сейчас расскажет. Вы должны поклониться вождю. Вот еще. Саурон, мы на чужой земле и должны соблюдать их традиции. Туранте, Малькасику, Гиганто, Сарабию, Гаджира, Асингай. Мантальдибуль Куина. Чего? Я ни слова не понял. Вождь говорит на нашем родном языке. Мы коренные жители этих островов. Хотите, я вам немного расскажу о нас? Конечно, это очень интересно. Мы же о вас ничего не знаем. Испокон веков наши предки жили на этих островах. Все было тихо и спокойно, а главное весело. Но все это резко закончилось, когда сюда пришли гигантские динозавры. Мы их называем Дай. Они начали заселять эти земли, а мы
настолько маленькие, что они даже не замечали нашего присутствия. И наша счастливая жизнь превратилась в кошмар. Мы жили в страхе и ужасе. И так продолжалось долгое время. А этих гигантов становилось все больше и больше. И, скорее всего, нас бы сейчас уже не было на этом свете, если бы не наш спаситель Годзилла. Годзилла? Это огромное существо? Ваш спаситель? Ты шутишь? Какие тут шутки? Он спас всех нас, дал нам будущее. И что же он попросил взамен? Не просто же так он вас спас. Взамен он попросил разместить здесь свою атомную вышку. Это еще что? Ну, тебе, наверное, известно, что Годзилла – это стихия атомной энергии. А вышка – это дыра, из которой он черпает свои силы или подпитывается. А мы ее охраняем и следим, чтобы к ней никто близко не подходил. Благодаря Годзилле наша жизнь опять стала радостной и счастливой. Вот и сейчас, когда гигантские динозавры или снова здесь поселиться, Годзилла пришел нам на помощь. Он пришел свою дыру защищать. Да, но нам от этого тоже хорошо. Что я вижу? Это же маг! Красный маг! Это наш священный цветок, который удерживает у нас внутри дух счастья. Мне он очень нужен. В нашей долине заболевают дети каждый день, и наш лекарь не может их вылечить без этого цветка. Мы не можем его отдать, а ваших детишек сможет поднять на лапы другое средство, о котором ваш лекарь не знает. Это лекарство мы передаем из поколения в поколение. Я вам дам с собой манную траву. Пусть ваш лекарь положит ее ночью рядом с больными и произнесет следующие слова. Нагнись. Запомнил? Да, спасибо огромное. Манная трава пробуждает силу здорового духа, и уже завтра все ваши детишки будут здоровы. Ты добрый тиранозавр. Я знаю, что ты готов был рискнуть своей жизнью, чтобы спасти нас, хоть и ни разу не видел. Только поэтому я тебе раскрыл секрет этого лекарства. А теперь вам пора. Годзилла не любит посторонних на острове. Спасибо вам еще раз. За урон пошли. Может, еще и увидимся когда-нибудь. Я рад, что прежняя спокойная и радостная жизнь вернулась на остров. Хоть я и удивлен, что Годзилла является великим спасителем. Я про него совсем другое слышал. Интересно. Ну ладно, все готовы лететь? Постойте, возьмите меня, пожалуйста, с собой. Я, возможно, буду вам полезен. Очень прошу. Это моя мечта – увидеть другой мир, новые земли. Я маленький и легкий. Я не отниму у вас много сил. А ваш вожак не против? Он разрешил. Тогда залезай мне на спину и полетели. Скоро увидимся. Thank you.
Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.